श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवकदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजो कनकाभुजातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षं वीक्षाम्बरो विजवरो युगधर्मपालो वन्दे यत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्बन्धितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितमामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति विजयसम्भिः त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गौरांगकगतिर्वयास्तमती श्री गौरधाम स्थिति तस्ताई गवितीर्घुसंग दुष्टो व्यथानिस्कृति श्रीरूपैकरति सनातननति श्रीजीवते जोस्ति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोस्तिपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोस्तिपति सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति। दीपोपाद एंड हिज यूनिक आचार्य सेप शिल प्रभुपाद и его уникальное ачарьятва गौरी गोष्ठीपति Гаудия Госсипати Сишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что под именем Хари Катхи и Хари Киртана это и вот под именем Хари Катхи и Хари Киртана те, кто обманывает обычных людей, а обычные люди настолько глупы, что мы хотим быть обмануты ими, и поэтому мы обманываемся. И кого же обвинять?
Под именем Харикатхи и Харикиртана, те, кто обманывает обычных людей, а обычные люди, они настолько глупы, что они хотят быть обмануты ими, и поэтому обманываются. И это стало юга-дхармой. This has become a yuga dharma in this Kali Yuga. В эту Кали-югу. Such some groups are there. Есть такие группы, такие люди. Such some groups are there. They in guise of devotee. Ходят в одежде преданных, иногда носят одежду саньяси или брамачари или домохозяев. И вот такие группы, которые в одежде преданных, и те, кто пытаются как-то одурачить обычных людей, чтобы разрушить их веру в Гаудия Мат и веру в великих возвышенных Гауди. Я думаю, что такие люди хотят доказать, что они враги Гаудия Матха. Я думаю, они всегда пытаются доказать, что они враги Гаудия Матха. Но вы знаете, it is the duty of Gauri Math. What is the duty of Gauri Math? Gauri Matha. Какова же обязанность Гауди Матха? Шрила Прабхупад сказал, что предотвратить текущее неправильное положение дел. There is the current pervasive of this fanatic world, этого фанатичного материального is мира. Это есть такая внешне неприятная обязанность Гауди Матха. Why they want to prove that they are enemy of Gaudiya Matha? Они хотят доказать, что они враги Гауди Матха? Я не знаю. И вот они пытаются по-всячески. They are trying with strong determination or resolution. И вот они пытаются всячески как-то показать себя врагами Гауди Матха. И вот они приходят. They are approaching towards total destruction. Подходит к такому, к полному разрушению себя. So you see. И вот смотрите. Those who always trying to play a nice game with common innocent people. Хочет обмануть обычных людей, чтобы нарушить их веру в Гауди Матхи и его великих преданных гаудей. И вот обычные люди, они находятся в замешательстве, чтобы понять, кто есть, кто и что есть, что. И вот такие обычные люди, они не всегда могут найти, где же изначальный, настоящий Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. So we are bound to preach this book in the name of the Prabhupada and his unique acharya seed. Вот Махарадж хочет опубликовать книгу о Шриле Прабхупаде и его ачарьятве, о его характере, о его идеализме. И вот Шрила Прабхупад, он часто говорил, что Шри Гауди Матх – это единственный путь к Богу.
Then what to speak и что говорить about those, о тех? Then what to speak about those so-called spiritual organizations, о тех так называемых духовных организациях, которые заняты critical diplomatic, какой-то дипломатией, critical diplomatical and strategical preaching style, которые заняты ну, каким-то такой извращенной проповедью какой-то, с помощью дипломатии, стратегии и прочих материальных вещей. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, что это духовная организация, которая основана людьми, которые находятся в Раджа и Тамагуне, такая организация, она не может достичь великой цели. Она не может стать духовной организацией и что-то сделать по-настоящему хорошее для обычных людей, поскольку в такой организации недостаток идеализма есть в самих основателях. Because of the lack of idealism, и вот из-за такого отсутствия идеализма это практически невозможно для них проповедовать не только это, а также когда их скверный характер и поведение оно обнаруживается на публике, в обществе, то люди, они, видя их скверное поведение, они буквально плюются на этих людей, которые организовывают такие организации. И вот мы должны быть очень осторожны перед тем, как проповедовать на широкой публике. Те обусловленные души под именем проповеди часто получают только двойное рабство, двойную обусловленность в своей жизни. И вот они приводят такую обусловленность, и это становится причиной их падения. И это все делается под именем проповеди, что еще сказать. Весь мир также он оскверняется под влиянием времени. И вот весь мир также он оскверняется под течением времени из-за такой бесполезной проповеди. Мы находим прекрасный пример из шастр. Упадешам карти ева, но парикшам карути я, а парикшо упадешам я джагар нахай утад бхавет. Those who are going to preach, те, кто проповедует, those who are going to preach, those who are going to advise, те, кто дают наставления обычным людям. Но перед тем, как дать наставление или какой-то совет, они не хотят проверить свои советы на самих себя в своей собственной жизни. И такие советы, которые не проверены теми, кто советует в их собственной жизни, big problem. It can destroy the они только проблемы приносят и могут разрушить этот мир. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что вначале проповедуйте самим себе. Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так говорил, что пытайтесь проповедовать сначала себе. Если вы успешны, то тогда вы сможете take the venture to go for preaching. Otherwise, don't go. Проповедовать дальше, иначе нет.
И вот как предисловие, я хочу обсудить что-то, относящееся к Гаудия Гостипати Шиле Бхакти Сиданти Сарасвати Госвами Такуру. И вот Шрила Прабхупада говорил, что обусловленная душа может открыть. И вот обусловленная душа может внешне когда показывать то, что она следует Гуру Вайшнавам, до тех пор, пока ее личные корыстные интересы не нарушаются. И вот до такой степени обычные души могут следовать Гуру, то есть только до тех пор, пока их собственные интересы не нарушаются. А когда... When their false, их ложное, эго задевается этим нарушением их интересов, то тогда the naked history of their false Guru Anugatva, false Vaishnava Anugatva, и вот их can get истинная exposed. Природа, она открывается. То есть можно видеть, что из себя на самом деле представляют такие люди, когда situation. Задеваются их какие-то личные интересы. То есть Гуру Анугати, она уходит. А и второе, action, что случается? Then the first step of action. Then the first step of action on their part is to go for non-cooperation with Guru Vaishnava. Вот второе, это не... And the second, не, and the next, I mean the second не, step не кооперации, of action не взаимодействие, противоречие какое-то с Гуру Вайшнавами. А третье, they can start, what что они могут начать, they can start with Guru Vaishnava. Они как-то соревнуются потом с Гуру Вайшнавами, конкурируют. А последнее, что они могут сделать, is direct confrontation with Guru Vaishnava. So direct confrontation with Guru Vaishnava can start. Последнее, что они могут делать, это вести какую-то открытую борьбу с Гуру Вайшнавами. Это ситуация такой ложной анугати, ложному следованию Гуру. Мы забываем, что с великим усилием that with great effort somehow и вот мы забыли, что так или иначе, если мы достигли успеха с великими усилиями, мы смогли исполнить нашу миссию, то тогда, несомненно, Крипа Шакти, Гуру и Вайшнавов, их милость, Гуру Дева или Гуру Варги вместе с Бхагават Крипой, оно будет стоять за нами и помогать нам. Мы забываем, то, что милость Гуру и Вайшнавов, она всегда с нами. И когда мы исполняем нашу миссию, мы достигаем чего-то, мы думаем, что-то мы сделали и гордимся собой. Но из Катхоупанишад мы находим случай с полубогами, которые хотели, а которые проигнорировали милость Парабрамы и заявили, что это они сами сделали без его помощи. И вот когда они стали успешными в своей борьбе с демонами, but ultimately, но в итоге, from Katha-upanishad we can из Катха-упанишад мы находим случай с этими полубогами, те, кто проигнорировали эту милость Парабрамы, они заявили, что они сами все сделали, но в итоге, по милости Умы Бхагавати Деви, Гьяна-мурти Деви,
Они осознали свои собственные ошибки и с великой стыдобой. Им было стыдно, что они подумали так, когда Парабрахма явился на небесах в форме какой-то якши. И тогда Индра, царь небес, он захотел узнать, кто это, что за якша. И вот он послал Паванадева, чтобы узнать, кто он такой. Но Павандев не смог узнать, и после этого Варундева послали. Варундев тоже был неуспешен. Потом Агнидева послали. Он тоже не узнал, что это за джива. И вот он тоже не смог узнать, кто он такой. И в итоге, когда the king of heaven, царь небес, сам Индра Махарадж, пошел туда directly сам, to know, чтобы узнать, jira, кто then такой этот якша. И тогда этот Парабрахма, он исчез из того места. И в итоге, по милости Умы Бхагавати Деви, Индра Махарадж, он смог обнаружить свой недостаток, ему было стыдно за это. И вот вся сила Парабрахмы, и вот по милости Парабрахмы, он стал успешен. И в итоге он осознал это, и мы бесстыжи и буквально нагие, что мы не можем осознать из-за своей гордости свои недостатки, свои ошибки. И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур обычно говорил, что те гаудии, они никогда не гордятся никакими особенностями, если они у них вообще есть. И те гаудии, они никогда не гордятся никакими особенностями, которые есть у них. Они всегда думают, что вся сила исходит из единого источника, а мы только инструменты в ее руках, ничто иное. И вот Рамананда Махашой Махапрабху сказал ему, что я просто инструмент. Вы играете на мне, и поэтому звук исходит. И я ничего не могу сделать. И это зовется настоящей анугати. Шрила Прабхупад обычно говорил, что Господь благословил меня, и мне не нужно смотреть на лица. I need not see the face of those, на лица тех, кто Srila Prabhupada used to say that God bless me so that I need not see the face of those so that I need not see the face of those people after the last time of my life, after the last time of my life, which is left due in my life.
И вот он говорит, что Господь благословил тем, что ему не нужно смотреть на лица тех, кто собирает славу, почести, богатство ради себя под именем проповеди. Да. И вот те, кто всегда заняты сбором славы, почести, богатства для самих себя под именем проповеди, такие люди не заинтересованы что-то сделать конкретное для Гуру Вайшнав и Бхагаван, они проповедуют как-то, но их проповедь, она просто инструмент, через который они получают эту славу, почесть, уважение и прочее, и таким образом они буквально разрушают свою собственную жизнь. И мы не должны быть настолько жестоки, чтобы отвергать заслуги нашей Гурварги, нашего Гурудева в нашем прогрессе. И в тот день, когда мы выразим такую гордость, такую неблагодарность, и это будет нашим таким последним судным днем. И с проявлением такой уникальной ачарьятвы Шилы. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупада Джагадгуру. Все другие так называемые обычные ачарьи и вся ачарьятва, которая была тут, она оказалась ложной. То есть сравнение с Шрилой Прабхупада, он затмил все. И это может помочь нам, чтобы... И такой пример Шрилы Прабхупады, он может спасти нас от духовной смерти и поможет достичь нам духовной цели. И сейчас я хочу рассказать подробно о Шриле Прабхупаде и о его уникальной ачарьятве. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, Шрила Прабхупад сказал, что Гаудия Мат — это единственный путь к Верховной Личности Бога. Гаудия Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, он сказал, что Гаудия Мат, он не может иметь и не имеет ничего общего с теми, кто ложно вступил в Гаудия Мат, чтобы злоупотреблять божественным знанием, которое есть в Гаудия Матхе для служения самим себе. И вот ложная бикша и обретение божественного знания, настоящая дикша, это никогда не было одним и тем же. Шри Чайтанья и его искренние последователи, они вечно находятся в Шри Гаудия Матхе, мы должны помнить это. И все эти личности, кто могут видеть свет. И вот те, кто способны видеть, те, кто не способны видеть свет, они зовутся майявади, карми и все прочие непреданные. То есть те, кто не способен видеть этот свет. Почему Шрила Прабхупад говорит, что так или иначе, мы все майявади? Почему? Почему Шрила Прабхупад говорит так, что мы все майявади? Какова причина? Поскольку какова основа майявады? Какова же основа этой майявады? In Mayavad, what do you mean by что имеется в виду под майявадой?
И вот главное в Майваде то, что они не могут поверить в Гуру Вайшнава, Бхагавана и Верховного Господа. И они не могут признать их вечное существование. И вот, и поэтому они майявади, поскольку они не могут поверить в вечное существование Верховного Господа и Его лил. И вот это основа всей майявады, то, что они не верят Гуру Вайшнавам, Бхагавану, их вечное существование. И вот мы знаем из Мундака Шрути. И вот можно вспомнить. Вот эту шлоку из Мундака Шрути. Авидвайам бахуда бартамана байам китартха итьябхимананти балаха яткармино но правадамти рагат тена тураха кхино лукаха. И вот невежественные люди, которые находятся сами в посреди всего невежества, они думают, что они уже достигли. We have already achieved. We have already achieved the goal. Они думают, что они уже достигли цели, that we expected. Которую они надеялись достичь. They think that way. Does those и те, кто вот, являют такое ложное эго без всякого основания, они проблемы создают для самих себя. И вот такие люди, кто кармы, например, которые, у которых нет настоящего знания об абсолютной истине, и вот полные solitude, they gain little as a result of their activities. So ultimately, they fall down from their position. И вот они с большим трудом чего-то незначительного достигают, но в итоге все равно падают. И из Мундака Шрути мы можем видеть то, что Авидайя Мантари Вартамана Сайам Вираха, Пандита Маннаманаха, Джангьянгнаманаха, Паришанти Мура, Анхен Наймо Ниамана Яханха. И вот те, кто находится посреди невежества, они считают себя какими-то conscientious and enlightened
сознательными и сознающими. И вот они думают о себе так, хотя вот такие невежественные и бедные люди, они в итоге встречаются с какими-то несчастьями, бедами, подобно тому, как слепец, если ведет другого слепца, то в итоге они падают в какую-то канаву или еще куда-то. И вот Шрила Прахлад Махарадж в седьмой песне Шримад Бхагаватам говорит вот эту шлоку. Шрила Прахлад говорит, что подобно тому, как хороший этот физиотерапевт, хороший доктор никогда не позволяет какую-то нездоровую пищу пациенту, который страдает от плохого пищеварения, но все же стремится есть то, что ему не положено по диете. И также те, кто сам отвернулся от similarly, he who himself aware of nisreyasa, I mean the highest good. Тот, кто отвернулся от наивысшего блага, an ignorant person to do karma work. То есть наоборот, то есть те, кто стремятся к наивысшему благу, они никогда не советуют кому-то заниматься кармой, деятельностью ради плодов и с проявлением уникальной ачарьятвы, уникального идеализма силы Прабхупады. Все другие так называемые идеализмы, они затмились его величием и стали буквально ложными. И какова же главная система, какой же главный признак ачарьи? Каков же этот главнейший признак ачарьи? Что же это за симптом? И это главный вопрос. Большинство из людей спрашивают такой же вопрос. Как осознать, кто настоящий, а кто ложный? И это действительно так, то, что для обычных людей это практически невозможно понять это. Обычные люди не могут понять, но все же, если вообще они достаточно искренне, to get the exact information about their absolute truth, чтобы узнать об этой абсолютной истине, in that case, they can surely get в этом случае они могут получить какую-то божественную помощь. Surely they can get divine help. In my life, it was also и в моей жизни это тоже было так. They can get some divine help. So actually, those who are really sincere, they can surely get divine help. Те, кто по-настоящему искренне, они могут получить божественную помощь. Это проверено в моей собственной жизни, и поэтому Шрила Прабхупада часто говорил, что если я ищу путь, который ведет к абсолютной истине, то я должен игнорировать бесчисленные голоса мирской правды и слушать только голос абсолютной истины. Кто такой саду, а кто вайшнав? In the answer to this question, one question и вот was there. Вопрос был такой: кто такой саду, кто саду? Такой вайшнав? Who is вайшнав, who is саду? In the answer of this question, Srila Prabhupada told Шрила Прабхупада сказал, что тот, кто всегда занят, чтобы сделать что-то хорошее для Гуру Вайшнав, Бхагавана, Намы, Дамы. И, несомненно, такой человек, саду, тот, кто всегда занят, чтобы сделать что-то хорошее для Гуру
Вайшнава, Бхагавана, Намы, Дамы и всего связанного с ним, то, несомненно, он саду, будьте уверены. И вот главный признак ачарьи, его осознание, то, что он занят в Вайкунтха-севе, это все 24 часа в сутки, это главный признак ачарьи, это главнейший, наиглавнейший признак ачарьи, то, что он занят в такой Вайкунтха-севе круглосуточно. И настоящие саду-гуру, они могут вложить прямое чувство в Вайкунтха-сева-бхавы. И настоящие саду-гуру, они могут вложить прямое чувство Вайкунтха-сева-бхавы в сердце настоящего ученика. И это удача такого садгуру, это его успешная деятельность, то, что делает садгуру, все его действия в преданности, они могут повлиять на настоящих учеников. И в этом главный вопрос. Могут ли его действия повлиять на своих учеников? И вот из Вайупураны мы иногда видим, что эту слоку. И тот, кто успешен в том, чтобы вдохновить своих последователей на совершение такого же служения, которого делает он сам, то есть это вложить чувство севы в сердца своих учеников, и это есть успех садгуру. И Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, он был успешен в этой своей миссии, в миссии проповеди Шри Чайтанья Вани, своим идеальным поведением. Он проповедовал своим идеализмом, своим идеальным характером. Он был успешен в проповеди этого Чайтанья Вани вместе со своим идеальным поведением, идеальным характером. From Vayupuran, I already told. From Vayupuran, we can quote a very important slok. We can quote the exact scientific fakta. Vayupurani, который может показать настоящую научную татву этого успешного ачарья. Вот это слок Ачинути. Сам ачари сапатиопи. Ачинотиджа саствартам сайм ачари стапатиопи сайм ачарти ясмат ачарджа сену кристита. Some are in favor of ачар, perfect ачаран. Какие-то преданные, они склоняются к идеальному поведению, кто-то к идеальной проповеди. In favor of ачар preaching. Но согласно Сиддханте, который описывается в Вайупуране, ачар и прачар, они оба важны. И вот, и вот во времена Харидас Такура, Харидас Такура и Санатан Госвами обсуждали, и Санатана сказал перед Намачарья Харидас Такуром, что ты успешен, поскольку ты, Харидас Такур, ты являешься как идеальный ачар, твой характер идеален, и также ты намачарья, ты проповедуешь своим примером. И вот Санатан Гасай говорит, что тот успешен, кто делает эти две вещи.
как ты. У Харидас Такур то есть успешен тот, кто проповедует и действует согласно своей проповеди, являет свою проповедь своим примером. И вот и ты лучший из спутников Махапрабху, поскольку нам он превыше всего, ты Ачарья Харинама Прабху. И также Сила Прабхупад обычно говорил то, что проповедь без проповеди, то есть просто проповедь без своего примера, она бесполезна. И вот Шрила Прабхупад говорил вот эту шлоку, что если нету преданности, послушания, нету милости от саду Гуру Вайшнавов, то что такой человек может проповедовать, поскольку основа проповеди описывается в Шри Чайтанья Чайтамрите, то что Кришна Шакти Бинанахи Бхакти Правартан. И вот чтобы утвердить бхакти, you will have to get full kripa, Bhagavad kripa, Guru Vaishnava kripa. Бхагават Крипу, Гуру Вайшнава Крипу, иначе мы не сможем проповедовать. И поэтому в Чайтанье Чайтамрите говорится, что Кришна Сакти Бинанахи Бхакти Правартан, чтобы утвердить, вложить бхакти в сердца других, нужно следовать каким-то правилам и предписаниям, должным образом, ачару и ачарану. И вот Шрила Прабхупад говорил, что проповедь без должного поведения, должного характера, это просто какая-то часть кармы. Так много вещей Шрила Прабхупад говорил, например, кто такой Вайшнав. What do you mean by life? Life means шаранагати. Есть жизнь, а что такое жизнь? Жизнь – это шаранагати. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил в этой шлоке, шикая шаранагати бхактира пран. Если есть жизнь, то вопрос проповеди возникает. Может возникнуть только, и что мы можем проповедовать? Гурудев спрашивал, зачем? Какая проповедь? Совершайте баджан. So, this is really very, very dangerous. И вот это очень опасно. So, и проповедь без и вот проповедь без поддержки really very, very то есть своего идеального характера. То есть если because будем проповедовать, но не будем следовать тому, что проповедуем, к ничему хорошему это не приведет. Будут только какие-то одни негативные последствия. И вот такая негативная проповедь, она очень опасна и приносит одни проблемы в этот мир. И вот Шрила Прабхупад обычно говорил, что до тех пор, пока шаранагати не будет, и вот пока, до тех пор, пока у нас не появится совершенная шаранагати, то в этом случае невозможно ни для кого говорить об абсолютной истине. Мы всегда должны помнить этот факт. Говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Мы должны взойти на этот абсолютный уровень сначала, что практически невозможно сейчас. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что листец, он никогда не сможет стать проповедником. Шрила Прабхупад обычно говорил, что сейчас обязанность ачарьи стала обязанностью проститутки. И Шрила Прабхупад говорил, что сейчас ачарьи действуют как какие-то проститутки.
И вот они такие ачарьи, недостойные ачарьи, они дают посвящение всем подряд. И Шрила Прабхупада до этого говорил, что они дают служение своим ученикам. И те ачарьи, которые, я имею в виду такие недостойные ачарьи, чьи обязанности стали похожи на обязанность проституток, поскольку они дают служение своим ученикам. И делают все для удовлетворения, так называя их любимых учеников, они дают посвящение всем подряд, и даже каким-то недостойным личностям, как проституткам, например. И вот полуистина, она не истина, это полуистина, она хуже, чем ложь, она более опасна. И вот такие непревзойденные личности, как Шрила Прабхупада, они были настолько уникальны и великолепны, что великие пандиты и прочие великие личности, они вынуждены были склоняться перед Шрила Прабхупадой. Можно вспомнить, что Мадан Махан Малабья, великий пандит, он был этот социальный реформатор, он был один из тех, кто основал Бенарас Хинду университет, и он говорил, что никогда за всю свою жизнь я никогда не моя голова никогда не склонялась перед кем-либо. Но как только я пришел к этой великой личности, к Шриле Прабхупаде, к этому великому вайшнаву, Шриле Прабхупаде, автоматически моя голова, она сама склонилась. Я был вынужден поклониться ему перед его лотосными стопами. He is not an ordinary acharya. Он не обычный ачарья Шрила Прабхупада. He is not an ordinary Он не какой-то обычный ачарья. He is a eternal он вечный Гаура Паршад, вечный спутник. He identified himself и он говорит о себе как о Вришабхану Дайтадасе. Шри Дайтадас, Киртанитас, можно вспомнить вот эту шлоку. И также можно вспомнить, когда Шрила Прабхупад сказал такие слова. И вот что Шрила Прабхупад хотел сказать, вот эти два наставления, каковы они. Седути Катха Бхулана Шарбода Кару Уччасаре Харинам Ра, writing in his right, who is Vaishnava? Vaishnava, K Vaishnava. И вот он пишет в этой статье, кто Вайшнав. И вот Седути Катха значит, я уже ответил много раз. Туми то амар, ами то томар, кикадж апарадхани. О, Прабху, о Господь, I am yours, and you are mine. Я твой, а ты мой. So what I can do with other properties? Сделать с чем-то другим? This is called Niskinchan Bhav. Это зовется Нишкинчан Бхава. This is called Niskinchan Bhav. Это зовется Нишкинчан Бхава. Бхагаван Шри Кришна также говорит, что я Нишкинчан. Aham Niskinchan Niskinchan Janair Priyam. I am Niskinchan. И вот он говорит, что я Нишкинчан. И те, кто Нишкинчан, они любят меня. Что он имеет в виду? И что Господь хочет сказать, что лотосные стопы Радхарани — это единственное сокровище Кришны, и поэтому Бхагаван Шри Кришна, он такой лучший из нишкинчанов. И Шри Чайтанья Махапрабху, он тоже также нишкинчан. И также мы знаем, что он в Манджари Сварупе.
Also, we know his Manjari Swarup as Noyan Mani Manjari. You can remember. Somehow, indirectly, Prabhupada was to write in his letter his own identity. This way we know, not directly. Ishila Prabhupada. Prabhupada was bound to write the letter to Kunjada. Написал письмо Кунджаде, и в этом письме Шрила Прабхупад говорил о себе как о Наяна Манджари, не прямо, а косвенно. Я уже опубликовал это письмо в какой-то книге в журнале. Вот там сравнивается, что значит Наяна Мани Манджари. Это without eyeball, эти, one cannot see, you know. Буквально глаза, so эти глазные яблоки. И такой же Шримати Радхарани, она всегда чувствует себя слепой so без Наяна Мани Манджари. Так много любви, так много огромной. Шримати Радхарани испытывает огромную любовь. So much у них такие близкие. И вот эта Радхарани имеет огромное чувство к Наяна Мани Манджари. Это и таковы их отношения. И наивысшие. The topmost effort to satisfy Supreme Lord. И как же сделать так, чтобы Господь был доволен нами? With the help of all sense organs and mind, is called genuine bhakti. И вот, чтобы служить Господу всеми своими органами чувств, все свои силы прилагать для того, чтобы Господь был доволен нами, это называется бхакти. With the help of all sense organs and mind, is called genuine bhakti. Non-stop, unending. И вот непрерывное, естественное, спонтанное служение с помощью всех органов чувств и ума зовется Уттама Бхакти. Мы должны помнить об этом. Непрерывное, естественное служение, спонтанное служение с помощью всех своих органов чувств и ума зовется Уттама Бхакти. Only and only in Brajavasis this kind of response can be seen. В Раджавасе они могут сделать это. This kind of response can be seen. Especially и особенно this kind of seva mood это такое настроение служения может достичь наивысшего уровня в Паракия Мадхура Раса в Раджа-гопе. Это есть только во Враджа-даме и нигде еще. Браджо-вина аннатро нахикайя прокас ин чайтан-чатамати резерви. It is only the, you know, you can see inside Браджа-дам. И вот Читания Читамити говорится, что только такое может найти в Шриле Прабхупаде, такое непрерывное настроение служения, настоящее вайрагья-видда. Настоящая вайрагья до такого абсолютного уровня, полностью проявленная во всей своей полноте. Вот это настоящая вайрагья, она полностью проявилась в этой жизни преданности Шрилы Прабхупады, и он также цитировал эти шлоки из Расамрита Синду, и вот под руководством Рупа Госвами, Рупа Госвами он написал эту Расамрита Синду, чтобы доказать, through yukta vairagya
чтобы доказать, что наивысшее служение Юктаварагья, она возможна только через Юктаварагью. Шрила Прабхупад хотел проявить эти две шлоки из Бхактирасамрита Синдху. И также в те дни Шрила Прабхупад вот он говорил об этих двух шлоках. Мукшуви паритягу вайрагьям фалгу чате. Прапанчикатая буддхя харисамманди вастунаха. Мукшуви паритягу вайрагьям фалгу чате. Прабхупад wanted to explain it very easily. Шрила Прабхупад хотел объяснить это. Кришна севай жаха хой анукул вишай болия таха тяги хой бхул. If you can apply something in Krishna Seva, you should not throw it away with a mood that is material. Использовать что-то в Кришна Севе, то вы не должны отказываться это, видя это как какую-то материальную вещь. It is a great mistake on your part. Это великая ошибка с вашей стороны. Почему вы отказываетесь от вещей, которые можно занять в служении Кришне? Почему вы хотите показать всем, что вы отречены? Don't do that. Не нужно этого делать. All proper adjustment. Мы должны иметь такую юктаварагью, абсолютную гармонию. Мы должны знать, как занять все в служении Кришне. И эта практика, она была показана в жизни Шрилы Прабхупады. Обычные люди не могут понять это. И вот эти настоящие гаудии, они всегда пытаются занять все в Кришна-севе. Они не используют ничего ради самих себя. Лапха, пуджа, пратишка и вайшнава пратишка, татакова ништа, вот в это шлока. Для гаудии это особенно видно, что любая пратишка, вайшнава пратишка, которая приходит в жизни гаудии вайшнава, то эта пратишка, она не оскверняет его сердце, поскольку они не принимают ни капли этой пратишки. Они всю эту пратишку, они пересылают, направляют к Гурудеву, а его Гурудев соответствует своему Гурудеву, и таким образом эта пратишка, она достигает лотосных стоп Баладева или Шримати Радхарани в итоге. И вот мумукшуви паритвяго вайрагьям фалгу учате. Бисайз Кришна севай жаха хой анукул вишай валия таха тяги хой бхул. Another shloka Prabhupada often used to speak. Шрила Прабхупад часто говорил. Нирвиньяха Кришна саммандхи юктам вайрагьям учате. И какая вайрагья явлена в жизни Гауди, это зовется Юкта вайрагья. Non-nirvinno nati sakto. Very often I used to speak. И часто я говорил. This shloka. Non-nirvinno nati sakta. Bhakti yoga asva siddhira. When you can get siddhi in bhakti. Когда мы достигнем совершенства в бхакти, тогда, когда мы не будем испытывать влечение или отвращение от чего-либо. И вот абсолютная гармония, все, что, когда мы будем видеть гармонию и использовать в Кришна-севе все, что у нас есть, если мы сможем занять в Кришна-севе все, что у нас есть, и это будет зовется юкта-вайраги. Это будет действительно такое научное отречение, такое естественное
абсолютно гармоничная гармония. Какие-то люди пытаются вайрагью как-то то есть какие-то люди слишком стремятся к отречению, кто-то к наслаждению, а мы не заинтересованы ни в отречении, ни в наслаждении. Шрила Прабхупада обычно говорил, что мистерия Гаудия Бхаджана, она находится в этих двух шлоках. Шрила Прабхупада часто говорил, что вся мистерия Гаудия Бхаджана, она находится в этих двух шлоках. Вайрагья или какие-то чувственные наслаждения, они не важны для нас. Мы всегда заинтересованы в удовлетворении Шинандананда Кришна Шьяма Сундара. Шрила Прабхупада часто говорил, что вот некоторые люди, например, стремятся к какому-то публичному счастью, общественному, а кто-то к личному, но мы не склоняемся ни к общественному счастью, ни к персональному. Мы всегда думаем о том, чтобы Кришна был полностью счастлив. Это называется Гаудия Сиддханта, которая есть только в Гаудия Матхе и нигде еще. Они не могут понять. И вот Шрила Прабхупада, он часто говорил то, что мы, Гаудии, всегда у нас есть, всегда есть какая-то особенность, и у нас должна быть особенность. И какова же особенность, что Шрила Прабхупада имел в виду? Это особенность относительно Сидданты и Севы. Это особенность Гаудия Матхи. Только и только Гаудия Матхи. Шрила Прабхупада снова и снова повторял, что Гаудия Матхи — это единственный путь к Богу, к достижению Бога. С великим акцентом, с великим... Он подчеркивал это особенно относительно Сидданты и относительно Севы. Шрила Прабхупада, он хотел сказать. Это вот особенность относительно Сидданты и Севы Гаудия Матха. Мы, Сарасват Гауди Сампрадая, под Ачарья Шипом Шрила Прабхупады, мы всегда следуем этой процедуре. Шри Гауди Матха – это уникальное место, где каждая копейка, которая собирается через Мадхукари Бикшу, она занимается в полном... Ее занимает вот каждую копейку в служении Радха Говинды и Гора Хари. Шрила Прабхупада провозглашал, заявлял. Он следовал этому, что Шри Гаудия Матха – это уникальное место, где каждая копейка, каждый рубль, который собирается через Мадхукари и Бикшу, он используется для служения Шри Радха Говинды и Гора Хари. Шрила Прабхупада говорил так. И вот то великолепное... Excellent, the kind of excellency of seva, великолепие служения, the kind of то великолепное служение, excellency of seva, the kind of excellency of seva done here, совершено здесь, в Гаудия Матхе, already shown by Śrīla Rūpa Gosvāmī. Оно уже показано Śrīla Rūpa Gosvāmī Pādam. Вот в этой шлоке Дивьят Вриндаране. This kind of seva
И вот такое служение, такая сева, она совершается только внутри Гаудия Матха. И завистливые люди говорят, почему Гаудия Матха настолько богат, зачем столько богатства. Одни не понимают этого. То, что Гаудия Матха хочет служить Радха Говинде, Гора Хари, с таким настроением Рупы Госвами Пада, Рупы Манджари. Никаких компромиссов. No amount of compromise can be allowed in the way of Raga Bhakti. На пути Рага Бхакти мы всегда должны помнить. No compromise can be made. Никакой компромисс не может быть. No amount of compromise can be allowed in the way of Raga Bhakti. Раго Бхакти, чистого Бхакти. Шудха Бхакти, one-pointed devotion. Безраздельной чистой преданности, сева. When can be found in the Когда form мы можем найти севу в форме аналитического вечера? Это сева, когда мы можем найти ее в форме аналитического вечера, в форме сиданты, и это зовется сиданта. This can be expressed through language and bhava. Это может быть In the form, и вот та сева, которая может быть найдена, проявлена в форме сиданты, в идеальной сиданте, и тогда это может быть называться настоящей сиданте, а когда сиданта, она... Сиданта Вичара, она может найтись в практической, прикладной форме, то это зовется сева, служение, настоящее служение. И вот сева и сиданта, они не отличны друг от друга. И вот согласно милости наимилостивейшему снисхождению Гаура Шакти, Шрилы Прабхупады, каждый участник Гаудия Матха должен быть готов потратить литры и литры крови для освобождения обычных, обусловленных душ этого общества. Каждый участник Гаудия Матха должен быть готов потратить галлоны, литры и литры крови для освобождения обусловленных душ этого общества. Шрила Прабхупада говорил так. Even then, there is no guarantee. И даже тогда нет никакой гарантии, поскольку if they are going to violate you, если они if they are going to violate Gaudiya Math, if they want to ignore Gaudiya Math, если они игнорируют наставление Гаудия Матха, начнут какую-то новую миссию под именем проповеди, то что мы можем делать? Они могут просто уничтожить себя, разрушить себя и все. Шрила Прабхупада уже много раз говорил, что Гаудия Матха – это единственный путь к Богу. Чтобы предотвратить неправильное положение дел в этом фанатичном мире, это внешне неприятная обязанность Гаудия Матха. Шрила Прабхупада, он говорил очень часто так. Однажды Сарабиндру Рай, важный человек один. Он заявил перед Шрилой Прабхупадой, что большое достижение Гаудия миссии. Big achievement of Gaudiya Mission. И вот он похвалил за какое-то большое достижение, поскольку когда это было, Шрила Прабхупада уже основал 50 различных центров Гаудия Матха за достаточно короткое время. Вот по всему миру эти 50 центров были установлены, и Сарабиндру Рай сказал: «О, Прабхупад,
Your mission is very successful. Ваша миссия очень успешна. Within a very short за столь time, короткое время you are successful to вы утвердили, установили, открыли 50 Гаудия Мадхав по всему миру. И Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем, а точнее с энтузиазмом, сказал, что вы говорите. Вы не знаете, я хотел основать Гаудия Мадхав в сердце всех и каждого. А вы говорите о каких-то 50 матхах. Я хотел основать Гаудия Мадхав в сердце всех и каждого, а вы говорите о каких-то 50 отделениях. Отделениях Гаудия Мадхав. Если бы я мог получить 50 живых мобильных представителей Гаудия Мадхав, тех настоящих Гаудии, когда настоящий Гаудий является где-либо, то тогда Гаудия Мадхав автоматически является также там. Шрила Прабхупад говорил, что я хотел получить 50 живых Гаудия Мадхав, подобно живым мридангам. Я хотел обрести 50 живых Гаудия Мадхав, живых мриданг. Это более важно. И вот Шрила Прабхупад, он говорил, что я хочу утвердить Гаудия Мадхав в сердце всех и каждого, а вы говорите только о каких-то 50 Гаудия Мадхав. И действительно, это было такое, такие без... огромные усилия со стороны Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад без устали вкладывал огромное количество энергии для того, чтобы спасти обусловленных душ всегда и каждое время. Это было желание Шрилы Прабхупады. Это был план Шрилы Прабхупады. Как же спасти людей с опасности? Не только это, а также книги и... Not only books and не только publications, книги и журналы. Not only publications, not only book and magazine publication was done massive way. In all different languages, и также на различных like языках, English, как на английском, бенгали, ори, ассамском, хинди. In all different languages. И все различные языки. Not only не только это, но также различные выставки и шоу были организованы по всей Индии, чтобы спасти обычных людей от их опасности. И вместе с этим великое усилие также с великим энтузиазмом проповедовалось учение Шримана Махапрабху по всему миру самым лучшим образом, которое можно было бы сделать, всеми способами. Now we can understand и вот сейчас мы можем понять, как Шрила Прабхупад без устали проповедовал такой ачарья, идеальный ачарья, он настолько редок, который хотел занять каждую часть секунды для служения Гуру и Гауранге. Шри Чайтанья, он исполнял желание Шримана Махапрабху. Who wanted to utilize each and every fraction of second такой ачарья очень и очень редко, который в каждую часть секунды занимал для служения Гауранга Деви.
has his standing order. Chaitanya Mahaprabhu already giving standing order to preach his name and glory all over the world. Each and every village and town. В каждой деревне, в каждом городе. Как вот в этой шлоке говорится, и это было наставление Шримана Махапрабху. И вот совершая непрерывную Харинам Джапу, совершая такую непрерывную Харинам Джапу, Шрила Прабхупад, он диктовал различные книги и статьи нескольким своим преданным совокам, которые записывали это, и не только это. Также у нас есть доказательства документальные о том, как Шрила Прабхупад объяснял первую шлоку из Шримад Бхагаватам Джанмадасья. He was explaining at Dhaka, Julanbari. Throughout он был в Даке, в Джуланбаре, и весь картик он объяснял эту шлоку вместе с... И также он повторял Харинам без отрыва. Это непостижимо. Даже во сне невозможно для нас представить такое. И благодаря такой абсолютной проповеди Гаудия Матха, те сахаджи, они были в великой опасности. Они боялись потерять свой статус, свое положение в обществе. И с помощью абсолютной проповеди, попыткам без устали, этим усилиям преданных Гаудия Матха и абсолютной проповеди Гаудия Миссии, те сахаджи, они оказались в большой опасности. Они могли потерять свой статус и свое положение, и вот они хотели отомстить. Они объединились и хотели отомстить этой Гаудия Миссии. Они хотели остановить проповедь Гаудия Матха. With a critical strategy to stop any kind of help, including bhiksha or accommodation, etc. They wanted to stop any kind of help. И вот они, в общем, как-то там говорили всем, чтобы Гаудия Матху никто не помогал, не давали бикши, воды даже не давали. В итоге это для Гаудия Матха стало очень сложно для тех преданных Гаудия Матха, которые были в Бангладеше, сложно стало проповедовать. И вот Шрила Прабхупад узнал эту новость. So Srila Prabhupada was informed about the situation created by some miscreants, Sahajiyas. But Srila Prabhupada was confident about the keeper of Gauranga Deva, that Gauranga Deva, что он it very easily очень просто принял это как проверку Господа. Шрила Прабхупаде сказали о той ситуации, которая там случилась, но Шрила Прабхупад был настолько уверен в милости Гауранга Дева, что он принял это как проверку Махапрабху, и он вынужден был дать такое наставление этим проповедникам, чтобы они продолжали проповедовать послание Гауранга Девы, как оно есть без остатка, без перерывов, даже без всяких, без мадхукари, без бикши. Они, даже не имея мадхукари и всякой какой-либо еды, они должны были проповедовать. Шрила Прабхупад сказал, что кто может
не позволить вам пить воду из бури Ганги. Вот пейте воду и проповедуйте. Шрила Прабхупада сказал, что кто же может помешать вам пить воду из бури Ганги, и поэтому пейте воду из этой бури Ганги и проповедуйте. Говорите Харикатху, совершайте киртан. И я посмотрю, мой Гурангадев есть или нет его. Strange, really strange. Действительно, так и случилось. Within a short period of time, очень короткое время все люди они отвернулись от этих демоничных сахаджиев. All common people went against those demonic groups. They all started giving bhikshu. И вот они начали давать эту бхикшу Матхукари и оказывать всякую помощь Гауди Миссии и в ее проповеди. И все они начали слушать Харикатху и оставили этих сахаджи. И также другой такой демоническое действие в адрес Гауди Матха было совершено. Парикрамапати. Вот во время Парикрамы, во время Горадама Парикрамы, можно вспомнить, это было незадолго совсем до Гуру Пурнимы. Это было на Парматале, этот случай случился, вы уже знаете, я думаю. И вот те сахаджи, те демоны, они начали кидать камни, кирпичи на Парикраму без какого-либо сожаления, особенно. Их цель была убить Шрилу Прабхупаду. But ultimately, но в итоге Шрила Прабхупад был спасен Гурангадевом. Опасная новость, она... The dangerous news came in all different newspapers. It was published распространилась по всей Индии, и во всех газетах писали об этом, и какие-то преданные хотели пожаловаться в суд на этих сахаджи, но Шрила Прабхупад сказал, что почему вы хотите пожаловаться на них, вы не знаете. С негативной стороны они сделали огромную помощь для нас. Неосознанно они помогли нам в нашей проповеди. They have done a great preaching of Gaudiya Math. И вот они распространили славу о нашем Гауди Матхе. И это такое распространение славы, оно стоит сотни тысяч рупий, поэтому мы не должны жаловаться на них. И вот на самом деле, можете вспомнить, я уже говорил об этой Сиддханте, что такое Вайкунтха Даршан, видеть все в должном свете, в позитивном свете, это называется Вайкунтха Даршан. Видеть все благоприятным. И это великолепная Сиддханта Шрилы Прабхупады. Все новости они начали критиковать этих демоничных сахаджи, их демоничный характер. Практически во всех газетах был опубликован этот случай. И также по радио говорили об этом. Almost 500 years back, 500 лет назад практически Джагай Матхай они разбили голову Нитянанды Прабху. And the same reputation это опять случилось, такая похожая лила. Dangerous activity. Sin now.
Сейчас в Навадипе, в Парамотале случился похожий случай, когда эти демоны Сахаджи, они напали на Гаудия Матх и преданные Гаудия Матха. Все участники, Gaudiya Math. Участники Gaudiya Matha, Шрила Прабхупада говорил, что все участники Gaudiya Matha не должны быть готовы пожертвовать своей жизнью ради Санкиртана Яги, которая началась с Шива Сангани, Санкиртана Пита и Шримана Махапрабху Гаурангадевам. Это началось 500 лет назад. И вот Шрила Прабхупада говорил, все участники Гаудия Матха, они должны быть готовы пожертвовать свою жизнь в этом огне Санкиртаны, который начат был Шива Сангани, это Санкиртана Пита Гуранга Махапрабху 500 лет назад. И вот это наша главная обязанность как участники Гаудия Матха, чтобы больше и больше дров и ги приносить в этот огонь Санкиртаны. Это наша обязанность участников Гаудия Матха, как можно больше горючего приносить в этот огонь Санкиртаны. Гишу, значит, что ги олицетворяет. Это наши усилия к совершению непрерывной Санкиртаны с нашей стороны. И вот это наша главная обязанность как участников Гаудия Матха больше и больше горячего приносить в этот горящий огонь Санкиртана Яги. И вот смотрите, какая великолепная Сиддханта. Шрила Прабхупад, он часто говорил о Санкиртана Медхе и Грихастха Медхе. Шрила Прабхупад часто говорил об этих двух понятиях Санкиртан Медха и Гриха Медха. Гриха Медха, я имею в виду материальное. И вот если настроение Гриха Медхи находится в саньясе или в брамачаре, really very, very то это опасно. Это может осквернить всю обстановку Гаудия общества. И вот Санкиртан Медха, она, видимо, Санкиртан Медха, Ипсин, in increasing mood, Санкиртан Медха, Ипсин, in increasing mood in anybody, then it is very, very good symptom. А если настроение Санкиртана Медхи, оно увеличивается в ком-то, то это очень благоприятно, поскольку непрерывная Санкиртана Медха, она может дать нам совершенство. Мы можем достичь совершенства в нашей жизни. Даже в последнюю часть своей жизни непрерывная... И вот, то есть Шрила Прабхупаде запретили много говорить на последние годы его жизни. И вот ему запретили много говорить, но он не смог остановиться, чтобы совершать Харинам Санкиртан и Харикатху. Он говорил, как Шриман Махапрабху, что Харикатха и Харикиртан – это моя жизнь. Если я оставлю Харикатху и Харикиртан, я не смогу больше жить, чтобы
я смог достойно жить дальше, вы должны позволить мне совершать Харикатху и Харикиртан. И вот уникальный идеализм Шрилы Прабхупады, он за пределами всяких, за пределами всяких материальных, материальных представлений. Гуру Вайшнавы и Бхагаваны, они могут оставить за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Мы должны помнить, что трансцендентные Гуру Вайшнавы и Бхагаваны, они могут оставить за собой право не быть открытыми нашим органам чувств, поскольку они самые сияющие. И Шрила Прабхупада обычно говорил, что я могу опуститься до любого уровня для настоящей проповеди Шри Чайтанья Вани. И вот, естественно, любые действия, любая сиддханта Шрилы Прабхупады, она была спорна для многих, особенно для тех, кто не предали всем сердцем Шрилы Прабхупаде. Что Шрила Прабхупад хотел сказать, это но смотрите, те, кто были преданы Шрилы Прабхупаде, они могли понять всю мистерию этого. Я несколько примеров могу привести, которые могут прояснить эту ситуацию. One or two example can clarify this point. I like to discuss some point. When a serious message about the health condition of Vinod Prabhu. Когда поступило сообщение о том, что здоровье Винода Прабху было плохо, что-то случилось со здоровьем Винода Прабху, а Винод Прабху, а точнее с матерью Винода Прабху. И вот к Шриле Прабхупаде пришло это известие, он передал это известие, это письмо. И вот Шрила Прабхупад сам лично дал это письмо и сказал, чтобы он пошел и навестил свою мать дома, чтобы увидеть ее перед смертью последний раз. Но странно, что весь день прошел, и во время вечернего арати Шрила Прабхупад был удивлен видеть Винода, который никуда не ушел. И после арати Шрила Прабхупад спросил его, и он ответил: Look, Prabhupada, you are my father, you are my mother. О, Прабхупад, смотрите, вы мой отец, вы моя мать, вы мой вечный друг, вы все и вся для меня, вы мой гуру, вы все, что у меня есть. Кто такая моя мать, мой отец? Вы хотите проверить меня, мою преданность, ваш адрес, мою верность вам? Винода начал плакать, говоря так, и действительно, Шрила Прабхупад, он никогда не одобряет возвращение домой. И Шрила Прабхупад, он никогда не одобряет, чтобы кто-то возвращался домой. Сердцем он это не одобряет. Но это было внешнее. Внешне, что он сказал так, кто может понять сердце Шрилы Прабхупады, кроме Винода Прабху, кто полностью предался лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И вот Винода, он понял это, и Шрила Прабхупад не говорит это сердцем, чтобы я отправился домой. Это его такое. Another incident I would like to speak. Another incident is very matching.
говорит в соответствии с этикетом. И вот и второй случай Винода Кешав Махарадж, он говорил о своей прежней жизни, когда он был дома. That was the first time и это было первое время, когда он получил возможность слушать живую харикатху Шрилы Прабхупады в его в какой-то деревне рядом с ними. Там был Шрила Прабхупад, он ходил, слушал его харикатху, и вот внезапно Шрила Прабхупад Шрила Прабхупад сказал нечто, что задело его сердце. И вот Винода услышал какую-то сиддханту, которая задела его сердце. He started expressing doubt on this point. И вот он начал сомневаться вот в чем-то. Впоследствии я расскажу. И Шрила Прабхупад, он сказал, чтобы защитить малейший интерес Бхагавана и Гуру и Вайшнавов, я могу принести в жертву весь мир. Это действительно такая новость, которая задевает сердце, но это сиддханта полностью совершенно. Для него было сложно понять в то время сразу. Он не понял это. Он думал, как это возможно. Шрила Прабхупад, он Вайшнав, как он может говорить таким образом? И тогда он думал на эту тему снова и снова, молился о милости Шрилы Прабхупады, и внезапно по Шриле Прабхупаде он осознал эту сокровенную сиддханту. Он осознал behind this siddhanta. Секрет за этой сиддхантой. Negative integer, negative integer. Негативное. However great it may be, вот, but still, например, с математикой негативные числа, чем несмотря на их число, значение, они не несут, а позитивное, если увеличивается там 1, 2, 3, 4, 5, то любое, даже мельчайшее положительное число, но больше самого большого отрицательного. И также этот материальный мир, это негативный мир, он искаженное отражение того Вайкунтха Джагата. И поэтому этот мир по-настоящему не имеет никакого значения, а любая малейшая вещь, связанная с тем Вайкунтха Джагатом, духовным миром, она гораздо значимее. Поскольку даже пылинка Голока Вриндавана, она больше, она более значима, чем весь материальный мир. Поскольку трансцендентный мир Вайкунтха Джагат, он позитивен. И поэтому можно вспомнить, Брахма Махарадж, он молился Кришне. И Удав также молился Кришне. Мы хотим стать удачными, мы хотим стать настолько удачливым, чтобы получить хотя бы пылинку с лотосных стоп Гопи. Асамхо чаранарену джусамхамтам Бриндаване кимапи гулмалатау садинам Яду стаджа саджана маджа патанча хитва Бежу мукунда падабин сутивиндиника
И это молитва Удава, его наивысшая молитва. Это самый удивительный, необычный факт, что с таким безупречным характером, безупречным идеалом Шрилы Прабхупады, те, кто лицемерны, так или иначе, они не могут прийти к нему. И это магия в этом, они боятся. И очень часто Шрила Прабхупада говорил, что те, кто лицемеры, они не могут долго находиться в Апракрита Гауди Санкиртана Садхане. Они не могут поддерживать свое лицемерие, и вскоре они уходят, они являют себя как лицемерами и уходят, и поэтому они против Шрилы Прабхупады и Гауди Матхи и Гауди Миссии. Из Шримад Бхагаватам мы знаем, что это Nisreyaso, we know from Bhagavatam. И вот из Бхагаватам мы знаем, Нирасто Кухахам, из первой части. И вот эти слова, Нирасто Кухахам, Сатьям Парам Димахи. From Srimad Bhagavatam, first canto, first, you know, first canto, first chapter, we know this sloka. Nirasta kuhakam satyam param dhimahi. So nirasta kuhakam, what do you mean? Nirasta kuhakam, что значит ложная карма, гьяна, или гьяна карма, or annavilas, или Анябхилас и прочее, оно не может находиться перед Шримад Бхагаватам, поскольку Шримад Бхагаватам, оно не отлично от Бхагавана Си Кришны. Бхагаван Си Кришна is equal to Сакшат Кришна Эвахи. Сакшат Кришна Эвахи. И вот Нираста Кухакам. False gyana, karma, anabhilasa, karma, gyana, anabhilasa, она не может находиться перед Шримад Бхагаватом, и также Капа-бхава, лицемерие, оно не может находиться перед Шрилой Прабхупадой, и люди с лицемерием тоже. И ради уникальной Вани Севы, Шиши Гуру Гауранги, for the exclusive secret Vani Seva Gauranga Deva, Vani Seva Gauranga Deva, он был вынужден организовать Брихат Мриданга Сева таким широким образом, и он послал тех живых мриданг, саньяси и брамачари. Mridanga personalities. И вот он послал таких великих личностей Гауди в различные части мира, чтобы они проповедовали настоящее учение Шримана Махапрабху совершенным образом. That was the first implementation. Это была главная, that was the first первая kind information. That was the first implementation первая of the open order given by применение открытого указания данного Шримана Махапрабху для Гауди Сампрадая, чтобы они проповедовали о имени и славе Шри Гауранги Махапрабху. И везде, во всем мире, мое имя и слава, оно должно проповедоваться. И вот начинайте проповедовать мое имя, мою славу в каждом городе, деревне. И вот настоящая Гаудия проповедь была совершена в то время. Мы должны помнить и не забывать, что настоящая проповедь она совершалась в то время.
хотя проповедь совершалась высокого уровня, не на уровне обычного народа, но это была настоящая проповедь. На таком проповедь на очень высоком уровне. То есть те, кто, кого Шрила Прабхупада послал на Запад, они проповедовали элите. А обычным людям еще не начали проповедовать. А проповедь обычным людям, она в Индии совершалась. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он был первый, кто от имени Гауди Сампрадаи начал and exact preaching of Chaitanya Vani and the teachings of Srimana Mahaprabhu in different languages, especially in front of foreign people. Now today we are going to deserve some credit for foreign preaching. But actually preaching was done by the Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, all our Guru Varga, Parampajivad, гордимся, но на самом деле проповедовали наша Гурварга Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж и Бхакти Хридай Бунтев Госвами Махарадж, Бхакти Саранга Госвами Махарадж, Апракрита Прабу и все другие. Вот они так проповедовали великолепным образом. И вот по милости Шрила Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура проповедь, она продолжалась. Кто-то из под именем Гаудия, участников Гаудия Матка, может делать что-то неправильное, но мы не отвечаем за них. Они не участники Гаудия Матка. Нет признаков. So Srila Prabhupada never wanted to identify himself. Srila Prabhupada never wanted to identify himself as the son of Srila Bhaktivinoda Thakur. Он никогда не говорил о себе как о сыне Шрилы Бхактивинода Такура. Srila Prabhupada никогда в своей жизни не говорил о себе как о сыне Шрилы Бхактивинода Такура. On the contrary, с другой стороны, он относился и видел великолепную красоту Шримати Радхарани в нем, в Шриле Бхактивинода Такуре. И это был настоящий даршан Шрилы Прабхупады. И также Шрила Сачидананда Бхактивинода Такур никогда не говорил о себе как о отце Бимала Прасад Сарасвати. Наоборот, он говорил, что Сарасвати, Кришна Прия, вот эту шлоку. Сарасвати Кришна Прия, Кришна Бхакти Яхар Хия, Винодеро Сейнсе Байбха. We must discuss this, you know, slogan, I think. Some foolish people, и вот какие-то глупые люди, так называемые преданные, они неправильную сиддханту всегда совершают, и как глупцы говорят, что из-за огромной любви к своему отцу Шрила Прабхупада называл божества в его честь, как Рада Винод, Пран Рада Винод Ананда, Рада Винод Бихари и такими похожими именами. Шрила Прабхупада, он, ему было очень неудобно, когда он слышал такие глупые комментарии от глупых людей, и это было особенность Шрилы Прабхупады. Занимал правильного человека в правильное время, в правильном служении. Шрила Прабхупада был настолько могуществен, что просто видя, он мог понять сердце каждого. И не было никакого служения. If there is no seva britti, seva bhava,
Шрила Прабхупад видел, что если не было Сева Врити, Сева Бхава, приходили в Гаудиамат, каких-то новых людях, которые приходили, то Шрила Прабхупад, он закрывался, чтобы они не могли узнать, кто такой Шрила Прабхупад. На самом деле, это особенность Шрила Прабхупада была в этом. That was a specialty of Srila Prabhupada. That was a specialty. Srila Prabhupada. И вот Шрила Прабхупад. Prabhupada, Srila Prabhupada could realize very easily to identify them. Он мог запросто обнаружить их, тех, кто, у кого была настоящая любовь к нему, и не было, и у кого не было. Наша огромная любовь, влечение, привязанность к Гуру Вайшнавам — это секрет успеха в Хари Баджане. Много раз я обсуждал эту шлоку, она произнесена Шринивас Ачарьей. Однажды Шрила Прабхупад услышал, что какой-то саньяси, passing very bad remark about another genuine sevak, он сказал какую-то ересь о каком-то настоящем севаке, который являл себя как какого-то глупого человека. И вот этот преданный был очень умен, образован, но вел себя как глупец. И вот этот саньяси, который думал о себе как о великой важной личности внутри Гаудиаматха, поскольку он проповедовал внешне и так вел образ жизни активного проповедника. И когда Шрила Прабхупад узнал об этом, Seva, who is staying inside Gaudiamath, doing seva from heart. Then that day, Srila Prabhupada was very, very angry, like a lion personality, to protest against that sannyasi. Srila Prabhupada started speaking. И Шрила Прабхупад, он сказал, who are you? Кто ты? To pass that kind of remark? Говорить так. About him? О нем. I know. Я знаю. Who is doing what? Кто что делает? I know who is doing what. You need not clarify. Тебе не нужно externally судить. И хотя внешне мы можем думать, что этот севак was not so important. Не был столь важен, но все же, почему Шрила Прабхупад used to love him so much? Он любил его так сильно. Why time to time? Почему время от времени Шрила Прабхупад спрашивал о том, где этот севак? Спрашивал, почему он ушел, почему я не могу видеть его, и действительно это странно. Но сокровенность Сиддханта в том, что Садхгуру Джагатгуру, он может осознать очень просто, кто есть кто, кто искренен, а кто нет. Тот, он может опознать те, у кого есть огромная любовь к ним. Садхгуру может осознать это очень просто. Однажды Шрила Прабхупад отправился в Пури, Пурушоттам Кшетру, в Пурушоттам Гаудиаматх. И там, когда он вошел в мат, Шрила Прабхупад увидел, так много внешнее было сделано, построено, покрашено, отремонтировано. То есть слишком много материального было там сделано. И вот, когда он вошел в этот мат, Шрила Прабхупад увидел, что внешне все было так покрашено, построено, отремонтировано, и ничего не говоря, Шрила Прабхупад зашел в свою комнату, и впоследствии, перед тем, как вернуться
Srila Prabhupada wanted to meet the temple commander, temple in church, Mathi in church, to advise him something very important. Важный совет. What was that important и advice? Каков же был этот важный совет? Шрила Прабхупад, он хотел переместить его в Гаудия-матх. Вас сами все были удивлены решением Шрилы Прабхупады. Actually, we are always busy with external development. But Srila Prabhupada is always busy with spiritual development. Prabhupada could realize that his temple commander going some material affinity. Он развил такую материальную привязанность к Пратиште. So for his actual benefit. Настоящего блага Шрила Прабхупада он перевел его в Ассам, и в Пури также достаточно давно Шрила Прабхупад в то время был Бимала Прасад Сарасвати. Another incident. How envious people are against Gaudiya-matha mission. Случай о том, как люди настолько злые, завистливы были к Гаудия-матху. Шрила Прабхупада сказал, что те, кто завистливы и злы на Гаудия-матху, они шпионы Кали. They are spy of Kali, actually. They are not actually devotees. Они не преданные. Они просто шпионы Кали. И я вот говорю, это случай, который давно случился. Шрила Бхактивинода Тхакур совершал баджан в Пурушоттам даме, в Нилачал даме. И вот это было рядом с Самадхи Харидас Тхакур. Он совершал свой баджан, говорил Харикатху много. До этого Бхактивинода Тхакур там говорил, и к нему много людей ходило слушать. Вот. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур, он сказал, «О, Прабху, ты должен говорить Харикатху какое-то время, поскольку я по делам еду в Калькутту, ты должен продолжить за меня». Хорошо, по указанию Бхактивинода Тхакура он начал говорить Харикатху. Шрила Бхактивинода Тхакур уехал, и когда он вернулся, он дал указание Бимала Прасада: «Прабху, пожалуйста, продолжай говорить, хотя я приехал, говори несколько дней, я продолжу через какое-то время». Шрила Бхактивинода Тхакур хотел посмотреть, как Бимала Прасад объясняет читание Чайтамриты. Он хотел послушать и увидеть. И также Шрила Бхактивинода Тхакур был очень удивлен увидеть, что количество слушателей меньше стало. Гораздо меньше людей стало приходить. И вот Бхактивинода Тхакур, он хотел понять, почему так случилось. So after hearing the explanation, I mean, Siddhanta Vichara of Srila Bimala Prasada Sarasvati, Srila Bhaktivinoda Thakur был очень удивлен. He was very impressed. He was so happy. Он был настолько счастлив. И Шрила Бхактивинода Тхакур начал говорить: «О, мой Господь, Бимала Прасад, сегодня я смог осознать, почему люди не могут слушать твою Харикатху. Ты говоришь об абсолютной истине, абсолютным образом, и поэтому те люди, которые завидуют тебе, эти сахаджи, они очень завидуют тебе, и они даже хотели убить Шрилу Прабхупаду. Они объявили, что если Бимала Прасад выйдет из дома, то мы убьем его». И в итоге Шрила Бхактивинода Тхакур был
недоволен и, точнее, недоволен, он был очень опечален и сказал: езжай во Враджапатан, в Майпурдам, в дом Чандрашекара, и начни Харинам Ягью там. И Шрила Бимала Прасад Сарасвати по указанию Бхакти Такура он отправился в Враджапатан, в Майяпур дам, и там сейчас там Чайтанья Мат, Чандрасекар Ачарья Бхаван, he started, you know, doing Харинам Санкиртан. И вот там он начал совершать Харинам Санкиртан. Шатакоти нам яги, он начал совершать обет повторения миллиарда святых имен. И вот весь день непрерывно он повторял Харинам, принимал прасад только один раз. Он сам готовил. И ел с земли, как корова. Непрерывно совершал Харинам, и таким образом Шрила Прабхупад начал совершать Харинам Ягью. И постепенно, когда это Харинам Ягью, она практически закончилось, то Панчататва явилась к нему и сказали: «О, Бимала Прасад, ты должен проповедовать. Ты должен идти проповедовать Чайтанья Вани, учение Шримана Махапрабху». И Шрила Прабхупада сказал, что «Я один, у меня нет никого, ни людей, ни денег, и как я могу проповедовать?» И Панчататва вместе с всей Гуру-варгой благословили его и сказали: «Мы все с тобой проповедуем. Мы поможем тебе, мы будем всегда помогать тебе, и не бойся никаких проблем, людей и средств, мы пошлем тебе всю помощь. И вскоре великие люди придут и помогут тебе в твоей проповеди, будь уверен в этом и не беспокойся, все средства, они придут к тебе, поэтому иди и проповедуй абсолютным образом». Это наставление Шримана Махапрабху. Мы должны знать, что по указанию Шримана Махапрабху Шрила Прабхупада начал Гаудия миссию. И у нас нет права говорить так, что Гаудия Миссия и Гаудия Матха неудачные, только слепцы говорят так. Когда Шриман Махапрабху говорит, сам Махапрабху говоря, он сказал Шриле Прабхупаде, чтобы он начал свою Гаудия Миссию, а кто посмеет критиковать Гаудия Миссию Шрилы Прабхупады. Продолжение будет следующий день, на сегодня конец. И вот, в общем, на сегодня конец, вы можете размышлять об этой важной сиданте, и мы должны это принять, не только услышать, но и переварить, осознать. Гауранга и кагатир баяси тамати, ти гаура дама сити, татсаста и кавитир кушанга вирати, дусто ветха нискити, сиру пайкарати санатананати, си живате жастути. Шиши Данта Сарасвати Виджаяте, Гаури Йогасхипати. Шиши Данта Сарасвати Виджаяте, Гаури Йогасхипати. Ванча Калпатарвасика Басиндабхача, Патитананг Павана Бхавишна Бхюнамана.